Добрый день! Добро пожаловать в студию красоты Oriflame. Меня зовут Вероника. Совсем скоро нас ждет сезон подарков и приятная новогодняя суета. Каталог Oriflame номер 16 предлагает около 600 продуктов, которые подойдут всей семье и помогут вам подобрать подарки и сделать встречу Нового года незабываемой. Обратите внимание на удивительные страницы каталога. Они украшены иллюстратором Анной Симоновой, которая сделала все снежинки сказочных героев вручную из бумаги, подчеркивая, что Новый год – это сказочный праздник из детства, который передает атмосферу искренности и душевности. И, конечно, самое главное перед наступлением Нового года – это создание праздничного настроения дома и в офисе, украшая их новогодними символами, светящимися гирляндами. Мы всегда хотим празднично упаковать все подарки, и в этом нам помогут аксессуары, которые можно найти в каталоге номер 16. И магия Нового года начинает окружать нас. Все это время мы живем в ожидании волшебства, подарков и исполнения наших желаний. Исполнить ваши мечты во многом помогут идеи из нового каталога Oriflame. В каталоге Oriflame появился новый аромат Stardust. Подобно падающей звезде, обещающей исполнение желаний, он переносит нас в атмосферу волшебства. Благодаря своим жизнерадостным ноткам сливы, загадочности луноцвета и чувственности пачули. Завораживающий, яркий аромат для самых невероятных моментов поддержит ваше новогоднее настроение и прекрасно дополнит праздничный выход в свет. В дополнение к аромату в каталоге представлена банная линия, гель и крем для тела «Звездная пыль». Начните ваше утро с принятия ванны или душа с гелем 2 в 1. Сверкающие частички в составе придают коже легкое сияние. После нанесите крем для тела, он увлажняет кожу, делает ее шелковистой и придает роскошное мерцание. И в завершении нанесите аромат Stardust, и вы почувствуете себя в сиянии лучей звезд. Наша студия наполнена этим ароматом сейчас, и я чувствую себя звездой. Сегодня вечером я готова покорить всех своим блеском. Но главным в образе все равно остается макияж. И мы каждый каталог представляем модную новинку и рассказываем, как правильно ее использовать. В преддверии новогодних вечеринок макияж должен быть таким же ярким и в то же время очень нежным. И в этом каталоге официальный визажист Oriflame дает множество советов по созданию образа. И мы пригласили Алену рассказать нам об одной из блестящих новинок серии The One. Привет, Алена! Добрый день! Я рада снова оказаться в студии Oriflame. Вероника, ты совершенно права. Наш макияж – отражение нашего настроения, образа, который мы создаем каждый день. В этом каталоге я даю советы, как создать современный макияж. На подготовленное очищенное лицо модели я наношу базу под макияж. Так тон ляжет ровнее и его стойкость увеличится в разы. Я использую стойкую матовую тональную основу The One. Также важно задать правильные тени лицу, например, при помощи пудры с эффектом загара и румян. И, конечно, важно не забывать о бровях, ведь брови правильно заданной формы всегда придают выразительности вашему макияжу. Рисуем модные стрелки и прокрашиваем тушью ресницы. Можно сделать акцент на губы трендовыми оттенками этого сезона, такими, например, как красный или сливовый. И сейчас я хочу представить новогодний образ, сделав фокус на губы, используя новинку из серии The One – блеск для губ Power Shine с сияющими частичками для переливающегося голографического блеска. Для губ я выбрала блеск оттенка лиловый сапфир, который подойдет лучше всего к этому образу. Наношу блеск при помощи удобного аппликатора на центр губ, а затем распределяю по всей поверхности. Теперь волшебный образ завершен. Обратите внимание на руки модели. Мы уже сделали маникюр, используя лак для ногтей с технологией Expert Gel, который обеспечивает яркость цвета и стойкость покрытия. Оттенки созданы в модных тенденциях осень-зима 2015. В нашем образе оттенок пламенная медь. Спасибо, Алена. Очень интересный мастер-класс. А теперь мы с вами поговорим про уход за кожей лица, который является ежедневным и никак не зависит от праздников и выходных. Очень важно, чтобы уход был системным и каждый шаг дополнял предыдущий,
При выполнении всех шагов системы эффект от каждого продукта является максимальным, поскольку формулы дополняют друг друга. Почему необходим комплексный уход за кожей лица? Комплексный уход – это обязательное условие сияющей и молодой кожи, и он необходим в любом возрасте. Пошаговое воздействие на все уровни кожи, начиная с очищения и заканчивая нанесением крема, улучшает функционирование клеток кожи как на поверхностном, так и в глубоких слоях. Мы представляем вам два набора средств в сериях «Экологен» и «Novage Ultimate Lift». Приобретать целый набор выгоднее, чем покупать продукты по отдельности. Это прекрасный новогодний подарок для ваших близких. Профессиональные косметологи акцентируют внимание на то, что возраст женщины заметен не только по ее лицу, но и по коже рук и тела. Для эффективного ухода необходимо увлажнять кожу после каждого контакта с водой. В предыдущем каталоге мы с успехом представили новый премиальный бренд по уходу за телом Essence & Co. с лимоном и вербеной, который, мы надеемся, вы уже успели оценить. Я сама в восторге не только от аромата, но и от упаковки. Посмотрите, как красиво она выглядит. Эта серия уникальна тем, что в ней объединены натуральные эфирные масла высочайшего качества, эксклюзивные парфюмерные ингредиенты, роскошные текстуры и изысканные упаковки. Натуральное эфирное масло лимона является источником витамина С, который укрепляет кожу, делая ее здоровой. Натуральный экстракт вербены – это природный антиоксидант, который дарит коже свежесть и сияние. А в каталоге номер 16 мы представляем еще одну серию премиального ухода за кожей с использованием эфирных масел – серия Essence & Co. с розой и сандалом. Натуральное эфирное масло розы обладает антиоксидантными свойствами, улучшает эластичность, прекрасно увлажняет и смягчает кожу. Натуральное эфирное масло сандала успокаивает, тонизирует и продлевает ощущение свежести. Essence & Co. – это наслаждение от процесса ухода за кожей и идеальный подарок для женщины, которая обладает прекрасным вкусом, с удовольствием заботится о себе, о своих близких и, конечно, выбирает самые лучшие средства, вдохновленные самой природой. Делать подарки – это искусство. И неважно, дорогой это подарок или небольшой сувенир, ведь ценность подарка выражается вложенными в него чувствами, уважением, заботой, любовью. Есть подарки индивидуальные, их подбирают к каждому человеку, а есть универсальные, которые подойдут абсолютно всем. В каталоге номер 16 Oriflame представляет удивительно уютный и добрый подарок для родных и близких. Пушистые, мягкие носочки, свернутые в виде пирожного, в подарочной упаковке с открыткой. Напишите на открытке пару нежных слов и поделитесь теплотой со своими близкими. В заключение обзора хочу обратить ваше внимание на одно из самых любимых средств Oriflame за последние 35 лет. Это смягчающее средство Tender Care в новой медовой версии. Все мы знаем о великолепных смягчающих свойствах органического меда, пчелиного воска и витамина Е. Этот мультифункциональный бальзам идеально подходит для сухих губ и загрубевших и обветренных участков. Он помогает увлажнить, успокоить кожу и укрепить ее защитный барьер. А ведь зимой это так важно! Спасибо, что были с нами! Уверена, новинки вас уже заинтересовали. Обязательно посмотрите 16-й каталог, ведь в нем вы найдете еще больше интересных и выгодных предложений.